кустики какие. Красота. А вот, кстати, детский сад. Вот, Бёнелен. Земля детей буквально переводится. А мы взяли розочки, покажи. Просто пожалели их, вынесли. Ну, за ненадобностью мы их отогреем дома. Так, по дороге купили буханку хлеба. Купили огурчики. Именно соленые, не маринованные, их здесь не бывает. Капусту квашеную тоже не бывает, раз за год впервые. Масло легкое, бутербродное. Дрожжи очень хорошего качества здесь, дрожжи. И также сладкую селедку в сахаре, мы ее очень полюбили. Ну и эко-мука. Вот такая нас устраивает. Тесто лучше подходит. И сито не так важно иметь. То есть она всегда такую консистенцию рыхлую имеет. Хорошую. И две розочки. Бесплатно. Отогреть.